Сегодня мы уже не в первый раз видим на нашем мастер-классе Елизавету. Елизавета у нас была уже как на групповых занятиях, так и на индивидуальных. И сегодня наш мастер-класс был посвящен первоцветам. И вы можете видеть подснежники, созданные 10 марта 2019 года на нашем мастер-классе в Центре эстетической психологии у меня Ирины Клементьевой. Елизавета, скажите, пожалуйста, о том, довольны ли вы сегодня своей работой? Я сегодня, в отличие от предыдущих мастер-классов, мне кажется, в полной мере прочувствовала мастихин. Вот это буйство мастихина, и красок, вот этого смешивания. Просто сначала я рисовала картину кисточкой, но это можно было забыть. Когда я взяла в руки мастихин, картина совсем другая получилась, более такая импрессионистическая, можно сказать. И издалека, наверное, создается такое общее впечатление. Вблизи, конечно, как сказать, любой импрессионизм выглядит: о, тут что-то заляпано. А издалека, мне кажется, что это такое уже что-то какое-то цельное произведение, я надеюсь. Принесу домой, муж упадет в обморок. Отчасти. Вот. Я надеюсь, повесить у нас на кухне. У нас кухня такая в зеленых, бело-зеленых тонах. И мне кажется, она будет хорошим дополнением. Спасибо вам большое за такую возможность нарисовать. А для нас очень важно, что вы в очередной раз пришли, и вам в очередной раз понравилось. Спасибо.